Українське кіно є, хто щоб не думав та не казав. Про це свідчать кінострічки, які підкорили глядачів з усього світу. 2017 рік. Фільм «Сторожова застава» отримав нагороду на конкурсі World Fest 2017 у США. Фантастична сага про сучасного школяра Віктора, який потрапляє у минуле на 1000 років назад. Далі – психологічна драма «Стрімголов» про події 2014 року в Україні. Кінофільм переміг на пітчингу у Вільнюсі. Антон – музикант, він отримує повістку до армії. Але це не входило в його плани, тому він разом із коханою тікає до Німеччини. Та у цей же час в Україні починається війна. Що робити – залишитись чи повернутись на батьківщину? Наступний фільм «Журналістське розслідування. Моя бабуся Фанні Каплан» став кращим на London Crystal Palace International Film Festival. І таких прикладів дуже багато. Але чимало творців світового кіно починали з коротких метрів, місцевих фестивалів та закритих переглядів. Наприклад, щорічний кінофест «Громадський проєктор» відкрив нові імена миколаївцям. Так молодий режисер Євген Цимбалюк став лауреатом премії міського голови зі стрічкою «Cards from Hearts». Що-то буде нове, що посмотримо. Або фільм «День в Ніко». Оператор Олексій Мовчанюк-Зуєв отримав приз глядацьких симпатій на тому ж кінофестивалі та третє місце у номінації «Документальне кіно». Допустим, мы на День в Николаеве. Что делать? А я расскажу вам, если вы пойдете туда, куда я вас поведу. Да, Бабель тут тоже был. Любой николаевец знает, Ника был основан... В 1789 году. Если его заранее предупредить. Ника заблудиться сложно. Улицы параллельные, прямые, перпендикулярные, за что спасибо выдающемуся архитектору Ивану Старову. Кого-то только не было. Кемерийцы, скифы, сарматы, готы, гуны, греки, римляне. Отже, такі ж миколаївці, як ми з вами, вже знімають своє кіно, яке, можливо, змінить світ. Продовжуємо. Радий представити гостя нашої студії, голову організаційного комітету фестивалю короткометражного кіно, громадський проєктор Андрій Лахматов на сьогодні в гостях. Доброе. Добре. Спасибо, що з самого утра ви з нами. І так, якщо ми говоримо, наконец-то вже всі дождались, що є точні дати, є навіть, я так розумію, шорт-ліст тих фільмів, які все-таки будуть показані в період этот. Ну і, соответственно, Николаев опять-таки приймає громадський проєктор. В этом году які изменения, кроме локації? Ну, во-первых, изменения, самое главное то, что мы теперь не один день, не фестиваль однодневный, а двудневный фестиваль. Это пятница 22 число и суббота 23. В связи с тем, что мы решили расширить возможности наших участников и не ограничивать их хронометраже 10 минут, как было всегда. Теперь хронометраж ограниченный любого фильма 20 минут. Соответственно, это больше времени хронометраж кинопоказа, и мы, ну, и, соответственно, мы должны были расширить количество времени на показы кино. Поэтому у нас будет не один показ, а три в пятницу и два в субботу. Угу. А если мы говорим о фильмах, которые в этом году вошли в шорт-лист, и об участниках вообще, которые подавали, да, свою заявку, сколько общее количество заявок и кто вошел в шорт-лист? Всего фильмов пришло нам 68. Это со всей Украины или в этом? Да, это все фильмы, что вот пришли, были приняты к отбору, которые по всем правилам нашего фестиваля были поданы. Это 68. А в шорт-лист попало 28. Это 16 игровых и 12 документальных. Вот они будут, собственно, состязаться уже. Эти 28 фильмов будут показаны, эти три показа. Их будут оценивать и зрители, и, собственно, жюри. А если мы говорим, да, о фильмах, которые вошли в шорт-лист, это и вообще о географии участников, это есть какие-то привилегии, скажем, каких-то регионов, потому что их больше или нет? Ну, привилегий, но нет никаких. Больше фильмов, соответственно, из Киева. Это будет до половины, собственно, добрая. Это киевские фильмы, ну, очевидно. В столице центр, да, кинопроизводства. Все съезжаются, да, и там творят. Да, да. Но в то же время 4 фильма из Николаева в этом году было отобрано. Несколько с Одессы. И вот по одному, по два с разных городов. Черкассы, Винница, Харьков,
Южный, город Тячев из Закарпатской области. Там живет хороший режиссер Вячеслав Бегун. Он два фильма мы отобрали его, а он подал три. Ну, вот как-то так. А всегда есть тенденция у организаторов фестивалей, это, конечно же, приглашать тех, которые стали победителями в прошлом году, либо номинантами, и, соответственно, приглашать их тоже к участию. В этом году сохраняется ли тенденция того, что участники прошлых фестивалей, скажем так, тоже подали свои какие-то новые работы? Да. Победитель прошлогодней номинации «Игровое кино» Олег Филипенко подал еще один фильм, тоже с участием Остапа Ступки, как и в прошлом году. Были те, кто победили в прошлом году, но не прошли даже в шорт-лист в этом году. Такое тоже бывает. Год на год не попадает. Да, год на год не попадает. Вот. Но много очень новых лиц, и это очень приятно. И на самом деле с каждым вот годом мы наблюдаем повышение качества фильмов, качества съемки, качества сюжетов. И в целом вот, мы получаем картину, понимаем, что вот, есть что показать, и мы можем назваться не просто там каким-то там фестивальчиком, это фестиваль, на который действительно там стоит бежать за пригласительным, потому что там очень классные фильмы. А есть несколько фильмов, о которых хотелось бы поговорить. Мы предварительно с Андреем тоже обсудили, что же стоит показать в эфире, а чтобы приоткрыть вам немного занавес на эту всю тайну. Начнем, наверное, с фильма «Кордон Виры». Что это за фильм, кто его представляет на фестиваль? Фильм Оксаны Войтенко из города Киева. Он уже несколько, насколько я знаю, несколько там премий на фестивалях взял. Довольно качественный фильм. Вот тот случай, когда вот короткий метр, да, там 20 минут, усилий, видимо, явно вложено очень много, потому что очень хорошая съемка, хорошие актеры, что немаловажно. Часто вот мы сталкиваемся с тем, что вот все хорошо в фильме, но вот эти актеры вот не дотягивают, и идея все. Идея классная, и, да, реализация да, уже чуть-чуть. Подбор актеров, вот был фильм, они взяли его в шорт-лист. Подбор актеров, тема, съемка, все. Но вот актриса, она не тянет, и вот и сразу все портится. Впечатление все вообще. Впечатление, я да. предлагаю сейчас посмотреть небольшой урывок от этого, из этого фильма «Кордон Виры» вместе с нашими телезрителями. Хочу отметить, что на самом деле реально большое количество уже актеров реально снимается еще чуть-чуть и уже будет полный метр. А есть еще несколько фильмов «Миш Пеклэм и Райм». Название его. Вот то, что я сказал про Вячеслава Бегуна из города Тячев в Закарпатской области. Вот это два фильма. Один из них «Миш Пеклэм и Райм». Это вот тот случай, это документальный фильм. Вот кто был на наших фестивалях «Докудейс Юэй». Что-то вот в этом роде, в этом стиле, это документ того, как люди там в маленьком поселке добивались улучшения качества питьевой воды. Это интересная история, как это им удалось, не удалось, и вот это он задокументировал, скажем так. Я предлагаю тогда посмотреть, что же получилось задокументировать, и что увидит николаевский зритель. Хотіла тут жити. Казала, що зі своєї вільшини нікуди не поїду, чесно кажучи. Коли була малою, то там було так красиво, в нас багато вільг. Цей терикон, який ми зараз бачимо, там він такий страшний. Цей терикон колись не здавався таким страшним. Це щось, можна сказати, яскравий спогад з дитинства. Вода в нас стала непридатна. А біля самого терикону то вода страшенна. Це так, я не знаю, фанта сховається, то такі розводи. Ну,
благодійної організації «Екоправо Львів» звернулися дві мешканки присілку «Вільшина» і намагалися з'ясувати ситуацію, наскільки велике це забруднення і які заходи вони можуть вживати для того, щоб усунути це забруднення і захистити своє право на безпечне для життя та здоров'я довкілля. Переповнювали емоції, нам було погано. Обіда за те, що ти прожив стільки років, і від того тобі підсунули таку велику жирну свиню. Фактично всі, хто там жили, попали в дану групу справ. Але можна собі тільки уявити, якщо хтось уважно прочитає це рішення. Я довго переконувала, що судового засідання не треба боятися. Це Феміда, це влада. І суддя приходить в судове засідання п'яний, ледве на ногах тримається. Саме більше переживаєш за дітей. То такий емоційний стан. Ти ж думаєш, ти вже не думаєш, ладно, батьки вже там, вже мій батько помер. Можливо, воно і з тим зв'язано. Тому що то ніхто не знає, як воно впливає. Повертаємося до студії. Тепер, я думаю, настав той момент, коли варто поговорити про те, де ж брати квитки, чи є вони ще. Тому що, дійсно, з року в рік набирає популярності фестивалі не лише серед миколаївців. У мене багато друзів, які з інших міст, там пишуть, ми приїжджаємо, будемо дивитися громадський проєктор. А є ли можливість ще взяти білети? На самом деле, вже всі пригласительні закінчились в касі театру, їх розібрали буквально за 4 дні. Мы там попытались еще где-то там выудить, сформировать там еще 20 билетов, тоже они уже закончились, но всем тем, кто приходит в кассу театра и слышит ответ, что пригласительных нет, мы приглашаем в субботу 23 числа на 3 часа дня, это будет открытый показ в Русском театре, когда не нужно будет никаких пригласительных, главное прийти пораньше, занять себе места. І можна буде присоединитися к просмотрам. А більше того, скажу, друзі, у вас є можливість на протяжении програми позвонити в нашу студію по номерам, які ви бачите внизу екрану, своєму 0512, код міста Ніколаєва. Якщо дзвоните з мобільного, набирайте його перед номером телефона і получить свої два пригласительних. Так що ексклюзивно, скажімо, для вас, як гарячі пирожки, роздаємо ще. Якщо ми говоримо, да, о роботах, о учасниках, то інтересно, звісно ж, всім призовий фонд. Хто и сколько, и как много номинаций в этом году, которые будут еще и денежным призом подкрепляться? Стандартные наши номинации – это игровое кино и документальное кино. В каждой из этих номинаций победитель у нас получает 15 тысяч гривен, а второе, третье место – поощрительные 3-2 тысячи гривен. Помимо этого, у нас с прошлого года появилась традиция специальных номинаций. Первая специальная номинация – это региональное кино, где выбираем только среди режиссеров, которые представляют не областные центры и не Киев. То есть, в этом году участников таких много? Немного, их всего двое. Это вот Вячеслав Бегун, о котором мы уже говорили, да, город Тячев, и Сергей Нашкин из города Южного. Вот они будут, собственно, в этой номинации вдвоем бороться. Да. Плюс нас, надеюсь, мэр продолжит традицию и вручит премию Николаевского городского головы. Это как раз он будет выбирать среди николаевских фильмов, от николаевских режиссеров. Их у нас в этом году 4. Если мы говорим о зрителях, которые тоже имеют возможность голосовать, и для тех, которые еще не были на гражданском проекторе ни разу, как происходит эта процедура, чтобы все были тоже в курсе? Очень просто. При входе каждый зритель получает бюллетень для голосования, где в порядке просмотра указаны фильмы с указанием режиссеров. И по окончанию показа все ставят отметку напротив одного фильма и сдают нам
свои бюллетени. Чтобы определить своего, скажем так, да, победителя. Ну что, друзья, вас приглашаем. Еще раз акцентируем внимание, что билетов, к сожалению, нет. Можете получить их два билета, два пригласительных эксклюзивно сегодня на протяжении двух часов программы «Новый день». Звоните по номерам, которые вы видите внизу своего экрана. Наши ассистенты с вами пообщаются. Возможно, даже пообщаемся с вами в эфире. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Напоминаем, что в пятницу и в субботу на этой неделе у вас есть возможность посмотреть фильмы. В субботу будет открытый показ для тех, кто не успел уже взять пригласительные билеты.